Коллеги, в данном видео я продемонстрирую вам технику наложения тейпов при гематоме. Для этого нам понадобится 7-8 отрезков тейпов длиной примерно 8-10 сантиметров. Но также отрезки, помните, напрямую зависят от того, какая у вас площадь гематомы. В данном случае мы спроецировали гематому на бедре. Первый отрезочек у нас пойдет раз. Помним, что накладываем абсолютно без натяжения. Раз и два. Раз и два. Раз, два. Раз, два. И дальше. Раз, два. Лепестки должны полностью покрыть гематому, да, создать переменное давление. Переменное давление, в свою очередь, улучшит циркуляцию и ускорит рассасывание. Спасибо за внимание!